Вначале это была идея отца. Он с давних времен хотел уже начать производство кисломолочной продукции, сыров. И поэтому можно сказать, что это его мечта – построить этот цех. Два года назад мы эту мечту начали реализовывать. Здесь она производится, пусть наш народ и ест его. Если в дальнейшем получится выйти на внешний рынок, это будет отлично. На данный момент я вижу, что больше всего идет у нас сметана. Мадзуны, потому что люди умеют делать давно уже, сметана нет. Поэтому сметана, она идет максимальным ходом. Сыр, конечно, немножко другого вида. Наш народ еще не привык к этому сыру, потому что он из других стран идет. Голландский, например, или Гауда. Они немножко и по цене дороже, но зато есть определенные вкусовые качества, которые не заменить ничем. В данный момент не слышал нигде, чтобы у нас в Ненасмене вообще производство было такого уровня. Есть производство сыров разных, но ни сметаны и ни кисломолочной продукции, которую мы производим, нету.